Привет, друзья! Не впервые мне попадает радио от компании RETEX, на этот раз модель TR613, это трехволновое радио, исполнено оно в классическом ретро-стиле, довольно-таки увесистое, чувствуется качество пластика и качество самого аппарата. Внешний вид напоминает такое изделие из дерева. Здесь мы видим ремешок на руку, выполнен из дермантина, но качественного на вид. Само радио питается от аккумуляторной батарейки. Что интересно, от модели к модели способы зарядки радиостанций меняются. Если пройтись по корпусу, то на левой стороне мы видим вход 3,5-мм аудиоджек, также вход для карт памяти microSD и для зарядки microUSB. На правой стороне крутилка, которая в классическом стиле меняет радиостанции. Также мы видим колесико, которое включает само радио и прибавляет громкость. Сверху мы видим выдвижную антенну длиной в районе 0,5 метра для качественного приема радиосигнала. На передней стороне нас встречает экран, который подсвечивается, а в выключенном состоянии показывает текущее время и зарядку аккумулятора. На самом деле радиостанции, конечно, сейчас никого не удивишь, но это решение именно с классической крутилкой подойдет для старшего поколения, которым чужды дополнительные лишние какие-то кнопки, в которых они могут запутаться. Здесь все просто: поставил МВ, СВ или FM. С помощью кнопки M мы можем переключиться на карту памяти или обратно на радио. Управление музыка из карты памяти вот с этой кнопкой или переключением двумя кнопками. То есть никаких лишних телодвижений, никаких лишних кнопок в этом радио просто-напросто нет. И это и подкупает. Давайте включим и попробуем послушать. Я выбрал FM радиостанцию, как вы видите. Антенну я выдвинул совсем слегка. Татарские песни. Ловит неплохо. Качество динамика довольно-таки на неплохом уровне. То есть динамик громкий, 3-ваттный, поэтому слышно будет его качественно. В принципе, на этом все. Я думаю, здесь особо нечего показывать. Ссылку оставлю на этот товар в описании. Это из AliExpress. Вполне себе годная штука, которую можно подарить на Новый год или на какой-нибудь праздник для любителей качественного радиосигнала. Друзья, подписывайтесь на канал, спасибо за лайки, впереди много интересного. Пока-пока.